В связи с установившейся жаркой погодой сегодня вновь введены ограничения на посещение лесов Лидского района. Связано это с установившимся в лесном массиве третьем классе пожарной опасности. Посещать лесные массивы запрещено с 12 до 16 часов. Для тех, кто будет пренебрегать простыми правилами, предусмотрена ответственность – штраф до 12 базовых величин. В Лидском лесхозе напоминают, прежде чем отправиться в лес, стоит посмотреть интерактивную карту запретов и ограничений на посещение лесов в районах Белоруссии. Карта обновляется в режиме реального времени, а поэтому данные меняются в течение дня. Также информацию можно получить в лесохозяйственных учреждениях района.